Йоу-йоу-йоу, все на связи, а мы отправляемся исследовать наш 144-квадратный километр данной локации дальше. Давайте-ка пойдем посмотрим по поводу заданий, что нам можно взять. Задание у нас, кстати, с рецептом. Линвей. Прочие задания я сделал, то есть рецепт у нас идет от Линвея. Так, нужно утку по-пекински, да, добыть. Так. Мы снимаем рецептуру цыпленка, генерала ЦО, добавляем мясо фазана. Соответственно, нам нужно взять мясо фазана добыть. Правильно? Правильно. Добудьте 3 килограмма фазанятины. Ага. 3 килограмма фазанятины. Так, а это где примерно искать-то? Фазанятина-то это где? Это эхо. Здесь я был. Подожди-ка. Вот это у нас что? Метка разведки убрать. Охотничья лоба. Здесь мы убивали барсуков. Фазан получается... Подожди. Эхо это было то, где мы в тот раз искали машину, да? Чей-то домик такой, да? Ни хрена тут локация, охренеть. Луга. Здесь есть 4 дома. Персонаж у нас качается. Так. Цели. 3 килограмма фазанятины. Примите новый заказ. Так, подруге надо 3 килограмма фазана, чтобы добавить вкусу. А где его искать-то? Китайский ресторан из Северной Америки используется. Это все понятно. А где его добыть-то? Если ты заглянешь к нам угоститься твоим любимым сычуанским горячим горшком. А где его искать-то? Даже если я и сел в машину, где мне найти 3 килограмма? Где примерно по карте водится фазан? Зона потребности, да? Интересно. Фазан. Если только так отстреливать. Но это тоже надо подумать. В любом случае, фазан должен быть где-то, наверное, все-таки на карте обозначен, хотя мы ничего и не видим. Соответственно, я думаю, что фазан чисто рандомно, что ли, это делать. Ой, так, надо подумать, куда бы нам идти-то, а? Что-то даже я не знаю. На гору, что ли, подниматься там, где было эхо, тоже такое себе. А вообще, как бы, давай-ка вокруг реки посмотрим. Вот тебе и фазан, да? Это у нас кто?
Чернохвостый олень. Я попал точно в голову. Продать за 29 баксов или создание чучел. А давай чучело создадим. Меня интересует фазан. Вот теперь только надо подумать, где бы его найти. Возле речки, наверное, все-таки, я думаю, они должны водиться-то, по идее. Но опять же, это не факт. А можно, кстати, подожди, давай туда съездим обратно, на ту реку, где мы убили оленя. Может, они там где-то? Нам хотя бы просто понять место, где они могут водиться. А почему нельзя двигатель заглушить в машине, вот, например? Как там говорят, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну-ка, подожди. Так, фазан, фазан, фазан. Здесь у нас олени, да? Может, здесь, скорее всего, они? А как тут? Подожди, отметку же можешь сделать? Поехали. Они должны быть по-любому фазаны где-то рядом с речкой. Пудово. Обычно они там должны обитать. Вроде как. Единственное, в чем проблема, что вот эта машина, она выдает нас сразу же. А фазан, может быть, тоже реагирует, как олень. При любой опасности, при любом низком или высоком шуме начинает сразу убегать. И это плохо. Выдает нас это сразу же. Но будем надеяться, что у нас все получится. Давайте-ка сейчас, может, выйдем. Ой, выйдем на открытую местность, посмотрим. Можно, кстати, залезть на вот эту вот вышку. Осмотреться, попробовать. Через бинокль, да? Фазан, 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 да? Да что-то как-то нет. Охотничий лабаз. Интересно. Так, а время сколько, кстати? 10:36.
Время пол-11. А у них же по-любому, как у любого животного, есть определенное время цикла еды. Я так думаю. Они же либо респятся где-то в каком-то месте, либо идут на определенную точку, где хотят поесть. Ну, я так думаю, что у всех есть определенный промежуток времени, когда они собираются в одном месте и начинают там кормление устраивать. Ну-ка, это что там такое? Фазан, фазан, фазан. Подожди, ко мне же, помню, где-то подсвечивало фазана, да? Куда-то же я, по-моему, залазил. Где-то мне было прям подсказка, что есть... А вот и фазан был. А-а-а-а. Ну-ка. Стоять, стоять, стоять. Ну-ка, куда он приземлится-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, плюс один. Вот тебе фазан. Плоть. Угу. Осталось два. Барсук, что ли? А что мне здесь-то что показывает, я понять не могу. Тут ничего нету. Блин. Оба-на, здорово. Да ты серьезно, что ли? Так, остался еще один. Фазан прикольно смотрится, ничего не скажешь. Так, 7 раз ответа, 1 раз выстрели. Заберите письмо из почтового ящика. То есть, в смысле... А все, что ли? А мне же надо было троих.
Вроде как. Это кто? Барсук, что ли, опять? Что, обратно бежать? Все? Фазана генерала Цо. А, то есть надо было 3 килограмма. Я думал, надо было просто троих фазанов убить. Ну ладно, чё. Пошли домой. Точнее, поехали. Чем дальше, тем веселее будет. Когда попрут медведи, там, бараны. Кто там еще может будет? Быки там. Лось какой-нибудь. Ну, барсук-то это так себе, скромненький. Барсука-то вообще жалко было убивать. Плюс еще получается, когда ты кого-то убиваешь, ребята, мы можем сделать из него трофей. А трофей, как правило, можем оставить дома. Ну, так сказать, украсить свой дом трофеями. Это либо полным чучелом, либо голова там кого-то. Ну, 144 квадратных километра, это очень много здесь прям. Бегать это дофига и больше, ребят. Поэтому локация здесь громадная. А вот времени сколько уйдет на то, чтобы выполнить все задания, это я даже не знаю, ребят. Но это не важно, все-таки это симулятор охоты. Ты как бы отдыхаешь, но в то же время тебе нужно постоянно ориентироваться на местности, знать слабости того или иного животного, его привычки. Вот, например, как вот эти. Чем догоним? Да нет, не догоним, мы даже не собьем их. Хотя, нет, не догонит. Не хватает скорости этому джипу. А вот этого можно попробовать шлифануть. Нет, не получилось. А вот этого можно было. Вот чуть-чуть бы скорости бы побольше было бы. Если бы можно прокачать было бы на джип бы. Было бы прикольно. Но он не качается, насколько я понял. Поэтому мы ничего не можем с ним и сделать. Соответственно, его скорость это максимальное, что мы можем из него выжить. А так бы я бы, конечно, бы сейчас бил бы его. Даже бы и не заморачивался бы. Нафига я буду тратить патроны, когда я могу просто его задавить. И при этом... Опять он фазаны. И при этом бы у меня было бы неплохо бы так сохранена шкура. Ну, по меркам, наверное, игры. Все-таки задавить это переломать, да, допустим. А вот когда с пули, это другое. Деформация происходит шкуры, всего остального. Плюс разделка. Но разделка, если в любом случае она есть, как бы ее не показывают. Все-таки самая лютая была охота и разделка. Ну... Это посвящается фанатам игры Far Cry. Ну, все знают про какую? Про третью часть. Там и львы, и тигры, и вараны, и крокодилы. Кого там только нету, ребят. Ладно, мы приехали. Давайте-ка откроем почтовый ящик. Так, читай, читай, дорогой Риггер. Твой дедушка. Эбес, теперь вам доступен справочник. Так, зрение, слух и нюх животных. Животные могут вас видеть, услышать и учуять по запаху. Если вам их не видно, это не значит, что они не знают о вашем присутствии. Добраться до лугов, где часто бывал Голливуд. Ну, поехали. А где у нас он часто бывал, Голливуд? Ага. Поехали. Один километр дистанции. 7 раз разведай, 1 раз выстрели. Погнали, погнали, погнали.
Интересно, в чем заключается разведка там? Ну, если мне показали сейчас аватарку лося, скорее всего, там охота, наверное, будет на лося. Лось-то это вообще опасное животное, но оно самое, ну, не пугливое, конечно, но все равно. Если чуешь, что он тебя унюхал, то все. Это как любой олень. Ну, из любого, так сказать, семейства. Интересно, а тут есть змеи? Тропы животных и жизненный цикл. Чтобы найти звериную тропу, следите за прямотой травой, протоптанными линиями на земле. Только крупкие травоядные животные оставляют видимые следы на траве. Я вас услышал. Я вас понял. Так, найти звериную тропу. Пошли. Давайте-ка сейчас поедем. Хотя, что я исполняю? Это можно и так же проехать. Да, здесь... Не критично, я бы сказал. Самое главное не нарваться на медведя. Вот на медведя вообще нарываться я не хочу. Все остальное как бы нам не страшно. Ну не думаю, что здесь есть тигры. Все-таки это не та местность. Ну медведь тут по-любому будет. Я надеюсь, что будет медведь точно. Так, что у нас здесь? Костер, что ли? Анализ звуков. Чернохвостый олень, самка, повадки стревож, дистанция 150 метров. Так, звериная тропа. На ней можно найти следы животных. На тропах животных можно встретить признаки их недавнего присутствия. Следы, эксперименты, мочу и прочее. Используйте их, чтобы узнать больше о животном. Некоторые признаки, например, крики животных, можно исследовать только в Q. Хорошо. Анализирует вид. Чернохвостый олень. Так, подожди. Может, мы его так где-нибудь найдем? Не обязательно нам идти по такой схеме. Ну, по-моему, нет. Надо именно по тропе идти. Ладно, пойдем посмотрим. Так, вон есть, кстати, опять вышка. С нее можно посмотреть и увидеть. Ну, судя по следам, что-то как-то я не сильно ощущаю. Так, вид животного, высохший, анализ эксперимента. Да нет, погоди. Здесь тоже ничего. Ничего нет, ребята, поэтому посмотрим, куда нас зовут. Что у нас тут? Так, знаки присутствия животных, зоны потребности, последствия охоты. Помогут тропы, например, эксперименты, зоны потребностей. Изучите статический след. Чернохвостый олень, водопой. Часто ходит на водопой. Ага. Вернитесь в охотничий домик. В смысле, вы мне сейчас предлагаете домой ехать, что ли? Вы угораете, ребята. Ради, в смысле, вот этого я сюда ехал, чтобы просто посмотреть и узнать. Да я и так знаю, что олени часто ходят на воду пить. Это и так понятно. И даже надо было не обязательно делать эту миссию. Это, в смысле, я сюда приехал, чтобы разведать, да? Правда? Ну, ладно, чего уж тут. Смешно, конечно, это. Ради этого ехать, чтобы понять. Я до этого убивал оленей. Они делали то же самое. Они водятся в основном где дофига воды.
При этом они реагируют на любую, так сказать, погрешность звука. Это мы уже проходили. Когда я вроде бы как бы спустился, через кусты полз, пока прополз, все убежали. А здесь меня просто взяли, привели, чтобы я посмотрел. И понял, что они водятся рядом с водой. Действительно. Ну ладно. Это нормально. Пойдем домой. Плохо, что здесь нельзя переместиться домой на машине по-быстрому. Вот это мне не нравится. То есть тебе в любом случае надо, получается, ехать на машине. В любом случае ехать домой. А вот самому ты можешь переместиться быстро, но на своих двоих как-то бегать, ну это такой себе. Здесь такая охрененная площадь, что ботинки надо менять каждые 10 километров. Поэтому мы скромненько будем ехать на машине. Тем более тут бензина, как я вижу, нету, значит и проблем не будет с этим. Да как-то я поехал, я очень непонятно. Я бы даже сказал, очень странно я как-то поехал. Пока рассказывал, пропустил нужный поворот. И вообще почему-то была миссия 3 килограмма фазана. А почему я его не доставил-то? Я же должен был выполнить задачу, принести его там, кому-то приехать или что? Это так просто было? Просто надо было добыть и все? Ладно, забываем мы про эту проблему. Поспать надо, спите до рассвета, либо проснитесь в период с 6 до 9. Да, а что, так можно было? Давай будем спать. Вы готовы к охоте? Да это понятно. Доступно новое задание Голливуд. Что оно нам дает? Задание Голливуд-то. Доберитесь до территории Голливуда. А где у нас территория Голливуда здесь? Охотничье хозяйство, медвежья берлога. Так, подожди. А Голливуд-то где здесь? Ривен Роуд. Это понятно. Коттонвуд. А где Голливуд-то? Подожди. В смысле, это вот это, что ли? Интересно. Непонятно, а где отображение-то Голливуда-то? Подожди, я не понимаю, где он, Голливуд-то? А, так вот эта территория. На, ну все тогда, какие вопросы? Поехали. Здесь вроде все мелко, да? Я не думаю, что мы здесь утонем. Вряд ли. Предусмотрено этой игрой. Хотя, мало ли. Блин, не при... как приблизиться к дичи, да?
Добудьте Голливуда, чернохвостого оленя с дефектом рогов. Проще простого, не шуметь, не спешить. Да, вы находитесь на границе территории животного. Не бегайте и старайтесь пройти как можно меньше шума, иначе можете его спугнуть. А я приехал уже, да? Так, по факту он типа здесь. Ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем. У него место назначения любимое это попить. Значит, нужно его нам подождать максимально по времени. А времени у нас до 9 утра, да? А, промежуточное, если время смотреть. Сейчас 6.54, 6.57, да, время? Тут время как идет? Четко, да? У нас есть еще 2 часа для того, чтобы его обнаружить. По крайней мере, постараться. Берем бинокль. Стараемся увидеть что-нибудь интересное. Но пока вряд ли, наверное. Расстояние больше 300 метров. Вряд ли он нас услышит и увидит тем более. Так, а судя по месту, это далеко от него, да? Ну да, далековато будет. Зря я, наверное, так вышел. Ну, пешком дойдем, ничего страшного. Сейчас придумаем, что делать. Ну, по биноклю вроде никого нет. Но если мы его спугнем, то мы поиграли. Придется заново все начинать. И тем более, если верить тому, что здесь сказано, что он часто ходит пить. Ну, в принципе, как и любое другое животное, да? То... Сколько нам осталось? А, ну, 2 часа еще есть. То проблема не составит его обнаружить. Дефект рогов. Интересно, что у него там за дефект? Один рог, наверное. Давайте сейчас вот сюда поднимемся. Хотя можно из леса, из кустов попробовать его чекнуть, если получится. Здесь он вряд ли будет смотреть на нас так ярко. Ну, что-то... Где? Где он? Я не вижу. А где он увидел-то? Подожди-ка. Вот он сказал Голливуд. А где он? Я его не вижу. Не понял я, где он его увидел-то? Так, по расстоянию сколько? Давайте еще выше поднимемся. Ну-ка, погоди-ка. Нет. Где он его увидел-то? Расстояние 200-350 метров. А где он его засек-то? Не понимаю. Здесь тоже ничего нет.
Сказал же, где-то он вот здесь вот, ребят. Расстояние 500 метров. Он, походу, его просто, как ты бинокль смотришь вдаль, он его чекает, как бы, но не видит конкретно, где он его там обнаружил, я не понимаю. Я даже не вижу нигде его через бинокль. Непонятно. Давай попробуем сюда залезем. Голливуд, Голливуд, где он там? Ой. Да нет. Ну, это точно не то. Это какая-то другая живность. Ой, блин. Чё, ниже, что ли, спускаться? В любом случае, они должны же к воде как-то прийти. А сколько по времени у нас? 7:30. Что нам ждать, что ли, остается его, когда он к воде приблизится? Ну, я вроде так думаю, что это работает. В 9 утра, наверное, где-то или в 8 они должны прийти пить, если там был написан промежуток времени. Чё, ждать, что ли, остается только? Короче, судя по тому, что я сейчас думаю, нам нужно подождать, когда они приблизятся к воде. Другого варианта я не вижу. Скорее всего, это работает только так. Подожди-ка, а вот там по рогам-то, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это не он ли вот этот вот, который самый первый? Да, по-моему, это он. Дефект рогов у него, да, у него один рог там вот видно.
Если у него дефект одного рога, значит надо подождать, когда он приблизится. Ну-ка, ну бинокль так не увеличивает, да? У него расстояние максимально чё? Сколько у него крат-то хоть? Не это, не работает, да? Так, а по времени сколько у нас? Пол восьмого. О, это еще долго ждать. Так, давайте пока почитаем. Цель. Дефект рогов. Так, выбейте... выполнить желание деда. Набейте за ним чучело. Поставьте рядом с чучелом его отца в охотничьем домике. Для охоты на оленя вам понадобится винтовка подходящего калибра. Возьмите Ремингтон 783. Серьезно. Много раз пытался его убить. Убить, убить. Любимый дедушка. Чё, кого? Награда 600 рублей. Так, а по времени у нас 7:45. Ну, это долго ждать еще. Если был промежуток у нас, когда мы спали с 6 до 9, значит, ребята, мы должны подождать как можно дольше. Ну, что можно тут сказать? В любом случае нам придется ждать, когда они подойдут к воде. Потому что к нему так идти на открытую, они меня увидят, и миссия будет провалена. Соответственно, нам придется начинать все по новой. А это очень не хотелось бы делать. Поэтому придется подождать, когда это все случится. Ну, судя по винторезу, я уже понял, какой он. Он самый первый стоит, вот этот вот, по-моему. У него один рог есть, второго нет. Вопрос только в том, когда они пойдут к воде. Через минут 20, через час. Что-то время здесь как-то идет, кстати, медленно. То есть, наверное, реалистично, я бы сказал, да? Если сейчас нам придется здесь час стоять, это будет вообще класс. Не, если реально будем здесь сейчас ждать, это будет жестко вообще. А тут вообще, подожди, что по времени, кстати? Так, здесь время можно вообще как-то сделать быстрее. Формат времени. Да лучше 12 сделать. Чтобы быстрее было. Потому что 24 часа, это получается у тебя суточно идет. Так, игра, 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 игра. Покачивание камеры. Так, 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 так. Ну, ждем, когда они там проснутся. По-моему, пошли. Или нет? Ну, вот он, но... Нет, то есть это что-то серьезно. Так, ждать. Вроде время побыстрее стало идти. Можно, конечно, попробовать. Пистолет его. Ой, ну в смысле с пистолета, с винтовки попробовать убить. Да, это вряд ли мы не попадем с такой дистанции, что смеяться. Что-то, блин, время-то так долго идет. По 2 минуты прибавляет.
Ну я что могу, ребята, сделать? Я же не знал, что так случится по времени. Если бы я бы знал бы, что так все случится, что тут ждать надо будет, пока они пойдут на водопой. Ничего хорошего из этого не получится. Ведь они даже идти-то не хотят. В 8 утра, остался час. Я думаю, что это минут, наверное, 10 еще ждать. Когда же они пойдут? Жалко, жалко, что они так по расписанию ходят. Ну, плюс-минус, конечно. Я думаю, что минут они за 30 будут выдвигаться уже, наверное, все-таки здесь пока не дойдут на водопой. Ведь они же, смотри, только на месте стоят, они даже никуда не ходят, они просто в кругу стоят, как... И двигаться никуда не хотят. Ну вот он лежит, прям видно. Вот он. Нет, вот это второй стоит. Если мы попрем на них, нас сразу обнаружат. Моментально. Поэтому, я думаю, придется стрелять с этой вышки. Потому что здесь хотя бы более-менее укрыться есть. Но если еще они будут под обзором куда-нибудь... А, ну здесь-то мы не ляжем, да? Если только вот так стрелять еще, можно так отойти. Сидя не получается никак. Хотя, подожди, сидя можно что-то сделать, да? То есть вот так вот. Не представляю, как он так стрелять собрался. Ну да. Вот он стоит, прямо так вот взять и шот дать. Ну что, когда вы там пойдете-то на водопой-то? Где 50 минут осталось, да? Ну давайте, ребятки, давайте, я вас верю. Когда же вы пойдете? Чернохвостый олень с дефектом рогов. Ну что там? Ой, блин. Если такая охота будет со всеми видами животных, то это очень долгая песня. А больше у нас нету, да, места, откуда мы можем сдать шот? Ну да, больше неоткуда.
Так, что по времени-то? 8:16. Ну, 40 минут осталось. Если до 9. Мы же все-таки должны были что-то до 9 спать, правильно? О, опа, опа, опа. Опа. Так, а выглянуть же он не может, да? Ждем-с. Ждем-с, ребята, скоро будет момент истины. Да, жалко, выглянуть не получается по-другому. Так, а по времени это сколько? 8:25, да? Что-то они прям долго идут, если честно. Не очень-то они торопятся, так в воде прям. Так, а дистанция у нас, подожди, сколько до них? 400 метров. Это много. Вообще, как бы здесь из кустов было бы в идеале бы. Вот вышка, она просто дает обзор выше, но с нее же могут тебя спалить. Хотя не факт, я не знаю, как здесь животные работают. Какая у них механика здесь восприятия дальности обзора на какого-либо конкретного субъекта. Неважно, там животное, человек, там вообще, как они здесь видят-то? По факту-то я стою вроде как бы за укрытием. Но и тоже момент. Ну, неторопливо они идут. Сколько здесь дистанция? 100 метров. Это очень мало.
Что-то они все прям за ним рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, где-то к 9 они почти подтягиваются. Метров, да? Дистанция до него. До нашего друга. Ну да, 300 плюс-минус. Максимальная дистанция 100 метров. Увеличение нулей. Момент истины, да? Ну так, кстати, можно прям в башку ему попробовать попасть. Вообще, в идеале бы я бы как бы сделал вариант, я положил бы вот ствол бы вот сюда бы, на доску бы, и все. И оно у меня было фиксировано. Дышалка у нас, да? Ну давай. Что-то больно слишком он быстро. Перезаряжай ты, блин.
А где он? Не понял я. Он что, слился, что ли? Серьезно, что ли? Ой, блин. Как так стреляет? Вот просто я не понимаю. Вот, ну... Ой, блин, это ж надо было так. Блин, это ж надо было так ливануть. А столько времени ждать и просто ливануть, а? А, нет. Мы че, его убили, что ли? Да ладно, а куда я попал-то ему? В артерию. Нифига себе, вот это я фартовый. Я думал, что я ливанул прямо его уже. Выстрел первый попал у нас в артерию. Выстрел второй попал в сердце. Нормально. Повезло. Значит, красава, Никита. Значит, все-таки стрелять-то ты умеешь. Не сказать, что прям... По красоте. Но почему-то первый выстрел-то я думал, что я его убил. Он же стрелял-то в голову, по идее, у меня. Мой-то чувак-то этот. А вторая пуля все-таки попала в сердце. Ну ладно, хоть не зазря. У него получается первый выстрел как в голову попал там. Ну, непонятно там. Второй попал в сердце. По идее, голова у него там, что, я не знаю, сделана-то из какого материала-то? Вроде из крови и плоти какая-то принято делать, да? Но почему-то получилось так, что... Попадание в сердце только его остановило. Ладно, что про это говорить? Убили так убили. Как говорится, научимся на ошибках на своих же. Будем потом нормально попадать. Хотя я метку поставил, по идее. Ну, силуэт, как пуля у тебя летит по касательной вниз. Но почему-то как-то не убила с первого раза. Хотя, по-моему, должна была быть голова. Но не важно. Ничего страшного в этом нет. Поехали домой. Сейчас, получается, мы поставим свой первый трофей. Вроде как, да? Свет, кстати, прикольно сделан, фар. Реалистично. Да, эта игра, в принципе, вообще, если по графике, я уже говорил в начале, она сделана на уровне. Здесь графика очень хорошая. Да, конечно, это там
не метро, там, к примеру, да, 2033 или 2034, но неважно, вы поняли, не суть. Ну, если это брать, конечно, шутер, но здесь графика очень на уровне. Хотя это просто симулятор охоты на диких животных. Так, инструмент, таксидермиста, журнал охоты. Чтобы сохранить животные для набивки, чучело необходимо выбрать соответствующую опцию при сборе добычи. Проданных животных вернуть не получится. Готовое чучело можно выставлять на стойках в охотничьем домике. Так, что у нас здесь? Ноутбук. Поставь чучело Голливуда с рядом с чучелом его отца в охотничьем домике. Пойдемте поставим чучело, посмотрим, как это будет смотреться. Так, Голливуд, Голливуд. Оба-на. Поставили. Задание выполнено. Не, ну а что, так неплохо смотрится, в принципе-то. Достаточно неплохо. Так, у нас не выбрано ни одно доступное задание. Ну, мы сейчас давайте задание возьмем, ребята, и на этом закончим. Будем выполнять, как говорится, по заданию. Ну, по два, максимум по три. Так, заказ на мясо. Утиное гнездо. Ну, это мы сделаем следующее, ребята. Раз мы просто сейчас задание-то возьмем. На болотах севера от межи Бейлоги всегда можно найти. Так, 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 так. Среды обитания уток. Ну и все. Так что, ребята, давайте на этом мы закончим. Еще раз всем спасибо. Увидимся. Удачи вам.